Привет, я Олеся Медведева, а это новый выпуск «Ясно, понятно» блога на канале «Страна ЮА». Знаете, друзья, мир не без хороших новостей. Полиция готовит подозрения, и не одно, а сразу три для Евгения Карася, лидера ультраправой группировки Си-14. Эта организация широко известна тем, что они сжигали лагеря ромов, угрожали журналистам, нападали на тех, кого они считают сепаратистами. При Порошенко, я напомню, ее члены не скрывали, что работают в тесной связке со Службой безопасности Украины. И про Евгения Карася, и про других членов его организации, в том числе Полищука и Медведька, которые являются главными подозреваемыми в убийстве журналиста и писателя Олеся Бузины, я снимала и рассказывала уже очень много. Они под разными предлогами, под прикрытиями других названий, других организаций продолжают находиться в наблюдательных советах, всяких там консультационных органах при достаточно важных и серьезных государственных институциях. Но после победы Зеленского, если помните, эта организация, да и сам Карась, как-то вот немножко залегли на дно. Был какой-то момент, что они кошмарили бизнес, ну, выбивали себе деньги, походу. Однако в последнее время эта организация снова как-то вот активизировалась. А вчера Карась заявил, что МВД готовится выдвинуть ему два подозрения за дела двухлетней давности. Как рассказали нам наши источники в правоохранительных органах, дел, по которым собирается привлечь Карася, на самом деле не два, а целых три. И давайте подробно в них разберемся. Обещаю, будет интересно. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. ЖК Карась, игра началась. Праворадикал вчера у себя в Телеграме опубликовал видео. На Фейсбуке он делать этого уже давненько не может, потому что его страницу удалили. Ну, потому что он там выражался по-всякому. Мовою ворожнечі, скажем так. В этом видео он заявил, что в прошлую пятницу ему, а также одному из координаторов этой организации Сергею Мазуру, который известен другими своими уголовными делами, в том числе по разгону и поджогу лагеря Рома в Киеве, были выписаны, но не вручены подозрения по двум эпизодам. Переведу какофонию, которая изливается из этого речевого аппарата. В общем, Карась в том числе подозревает, что за ним МВД ведет слежку, и все это, мол, дьявольский цирк. Первый эпизод, по которому собираются вручать подозрения, это атака на офис Союза православных журналистов. Второй – это нападение в Житомире на адвоката Андрея Гожева, который защищает журналиста Василия Муравицкого. Карась заявляет, что не понимает сути подозрений. В офисе СПЖ он говорит, что они с журналистами просто спокойно поговорили. А адвокат якобы атаковал толпу из активистов Си-14 сам по себе, просто вот так взял и атаковал. Однако эта история, судя по всему, Евгения крайне беспокоит, потому что вчера под МВД он созвал своих побратимів, щоб захистити свою честь, гідність та патріотизм. Правда, прийшло всього лише несколько десятків людей, вполне понятних, конкретних. Многие из них находятся на зарплате у Си-14, и потребовали они там под МВД прекратить политические репрессии. Я вам сейчас напомню, друзья, фабулу дел, о которых говорит Карась. Оба инцидента произошли в 2018 году. Тогда при власти был Порошенко, и он тогда активно раскручивал антицерковную кампанию, направленную против Украинской православной церкви. 25 января радикалы ворвались в киевский офис Союза православных журналистов. Он находится недалеко от Софиевской площади, в центре столицы. Было их около 30 человек, они ворвались в офис, начали разговаривать с сотрудниками этого ресурса, с журналистами на повышенных тонах, обзывать их, угрожать им, называть их сепаратистами, в общем, пришли кошмарить. Журналистам также предъявили претензии, что в офисе СПЖ находится экстремистская литература. Потом радикалы потребовали у сотрудников СПЖ показать, что у них там на компьютерах. Среди гостей тогда был и сам Карась, и большинство из тех, кто пришел, были в балаклавах, стеснялись, наверное, показать свои лица. Они заявляли, что нашли в офисе листовки с надписями «Бойкот
Рошен, а также литературу, в которой описывалось, что в Украине идет гражданская война. Материалы еще там о Филарете и о Волынской резне. Дальше сотрудники сайта вызвали полицию, да, что логично. А националисты покинули помещение, прихватив с собой жесткий диск одного из компьютеров, а также несколько брошюр со стола. Ну, кроме всего прочего, еще и мелкие воришки. Уже через несколько дней было открыто уголовное дело по статье 162 Уголовного кодекса Украины. Незаконное проникновение в жилище или иное помещение. Санкции по этой статье – штрафы, исполнительные работы, либо же лишение свободы сроком до 3 лет. Второе дело – это нападение на адвоката Андрея Гожева и журналиста Андрея Локтионова в Житомире 28 сентября 2018 года. Это произошло на суде по Василию Муравицкому, которого обвиняют в госизмене за статьи по Крыму. Тогда несколько десятков радикалов находились в суде и после окончания заседания напали на адвоката и на журналиста. Толкали их, там пихали, наносили удары. Что интересно, Карась видео и первого, и второго инцидента у себя из социальных сетей удалил. А что ж такое, Женя? Ну, в общем, по поводу Гожева там было открыто дело по 2 статьям. Первое — нападение на журналиста, второе — нападение на адвоката. Также данный случай вошел в отчет Верховного комиссара ООН по правам человека. А теперь о том, как сейчас на данный момент расследуются эти дела. Как мы выяснили, по делу Союза православных журналистов буквально недавно пошла активизация. Сотрудников сайта вызвали в полицию для опознания Карася и других незваных гостей, которые тогда вломились 2 года назад в офис. Сам глава СИ-14 также присутствовал на опознании. О чем, кстати, в самом видео у себя в телеграм-канале он не сказал. Касательно второго нападения на адвоката и журналиста в Житомире, последние подвижки наблюдались летом прошлого года. Прокуратура области признала, что полиция ведет расследование ненадлежащим образом и заявила, что проверит этот факт. Правда, с тех пор о результатах проверки ничего не известно. Адвокат Андрей Гожи рассказал нам, что дело длится уже 2 года. За это время он поучаствовал в 3 следственных действиях. Было 2 допроса и 1 следственный эксперимент, где адвокат показывал, куда его били и как. Того факта, что Карасю готовят по этому делу подозрения, Гожи не подтвердил, но и не опроверг, сославшись на тайну следствия. При этом наши источники в правоохранительных органах подтвердили активизацию обоих указанных дел и по СПЖ, и по событиям в Житомире. По житомирскому делу, кстати, проходит еще и соратник Карася Сергей Мазур. А также нам сообщили, что готовятся документы по еще одному инциденту, связанному с СИ-14. То есть, в целом, Карасю могут вручить не 2, а целых 3 подозрения. Также стоит отметить, что в течение последних нескольких лет Карась очень ярко отметился в ряде криминальных и провокационных эпизодов. В частности, еще в 2015 году активно ходили слухи о его причастности к убийству Олеся Бузины. Карась, конечно, все отрицал, но тем не менее. А совсем недавно против Карася было открыто еще одно уголовное производство по поводу его угроз в адрес нашей редакции. В любом случае, налицо активизация действий правоохранительных органов относительно ультраправых, которые отметились в разных насильственных акциях. Правда, здесь встает, как всегда, самый важный вопрос: а хватит ли политической воли для того, чтобы довести хоть одно из этих дел до конца, до судебного приговора, а не, как обычно, дать заднюю после того, как под МВД или под офис полиции или под администрацию президента выйдет кучка оголтелых националистов и ультраправых, которые будут там обзывать генпрокурора, унижать президента, кричать «Авака в черт!». Но в любом случае, друзья, мы будем пристально следить за развитием событий и обо всем, конечно же, рассказывать вам. Я предлагаю писать свое мнение в комментариях под этим видео. Как вы думаете, кого-нибудь посадят вообще при этой власти? Ну, конечно же, за то, что они сделали по факту. Я, конечно, уже подозреваю, что вы напишете, ну а вдруг, знаете ли, всякое бывает. Жизнь часто преподносит сюрпризы. Ну, в нашей стране это, конечно, бывает крайне редко, но тем не менее. Не забывайте подписываться на наш канал, нажимать колокольчик, чтобы смотреть новые выпуски Ясно-Понятно-Влога с самыми
первыми и знать намного больше, чем все остальные. С вами была я, Олеся Медведева, и совсем скоро мы с вами снова увидимся. Пока!